много знать и все вам рассказать. Уи! О! Привет! Это я, Блиппи, и сегодня я в зоопарке Вудланд в Сиэтле, Вашингтон. Ха-ха, и мне не терпится изучить пингвинов. Ух ты! Посмотрите на этих животных! Да, это пингвины! Если точнее, пингвины Гумбольдта. Ха-ха, они такие милые! Привет! Эти пингвины, они родом из Перу и северного Чили. Да, не звучит как холодные края. Эти страны на самом деле очень теплые. Эти пингвины живут в основном в пустыне. Посмотрите-ка на них. Кажется, им нравятся мои подтяжки. Ой, щекотно. Привет. О, этот пингвин такой мягкий. Поскольку пингвины — это птицы, у них много перьев. Эти перья очень мелкие и покрывают все его тело. Привет, малыш. И вы видите его крылья? Да, его крылья больше похожи на ласты, и поэтому пингвины могут быстро плавать в воде. И на самом деле пингвины не могут летать с помощью своих крыльев. Это ничего, зато вы отличные пловцы. Ух ты, посмотрите! Вы видите, у этого пингвина нет полосок. Да, у него только маленькие черные точки. А у пингвина, который за ним, есть большие черные полоски. Этот пингвин взрослый. Тот, который впереди, ребенок. А который сзади, взрослый. Эй! Но они почти одного размера. Как дела? Как проходит твой день? Мой хорошо. Ого, видите этих пингвинов? Да, они похожи на домашних питомцев. Но на самом деле нет. Пингвинов нельзя держать в домах, хотя они очень милые. Они живут в зоопарке, и мы можем позаботиться о них. Можем изучать их. И чем больше мы узнаем об этих милых пингвинах Гумбольдта, тем лучше мы можем заботиться об их братьях по всему миру. Ого, пингвины! Да, мы с вами за кулисами аквариума. И сейчас встретимся с пингвинами. Идем! Итак, мы будем двигаться осторожно и медленно и вести себя очень тихо. О-о-о. Привет. Привет, а ты кто? Я Хач. О, это Хач. А что ты здесь делаешь? Я работаю с пингвинами и рептилиями. О, с пингвинами и рептилиями. О, вы видите пингвинов вон там? О, привет! И здесь есть только два пингвина? Нет, сейчас придут еще. Хочешь выбрать игрушку? Мы будем с ними играть. Конечно! Давайте возьмем игрушку и подождем других пингвинов. Посмотрите туда! Они очень любят играть со своими игрушками. Это у нас Вайолет, и она сейчас поздоровалась. Мне кажется, ей понравилась моя тень. Да, вероятно. Пингвины вообще любят контрастные цвета. Они вообще хорошо различают цвета. У них сетчатка глаза устроена, как у человека. Ясно. И они, хоть они и птицы, они ведут себя немного как котята, да? Да, немного. И они очень любят играть с разными игрушками. И еще они показывают, когда хотят, чтобы их погладили. Ясно. О, это интересно. Это довольно круто. Эй, посмотрите поближе. О, пока-пока. Пингвины такие смешные. А откуда родом эти пингвины? Эти пингвины из Южной Африки. О! У нас в аквариуме таких 32.
Ого, 32 пингвина? И они из Южной Африки? Не из Антарктики? Не из Антарктики. Они относятся к тем видам пингвинов, которые предпочитают теплый климат. О, понятно. Это круто, интересно. Теплый климат и пингвины. Каждый день узнаешь что-то новенькое. Ладно, давайте присядем вот здесь. А Хач сейчас принесет нам пингвина. Это так здорово! Я смогу потрогать пингвина! Привет! Ладно, итак, я сейчас потрогаю пингвина двумя пальцами. Аккуратно по спине. Эй, ты готов? Вот так. Эй! Он такой мягкий! А вы знали, что у пингвина 70 перьев на квадратный дюйм? Перья очень мелкие и очень плотные. Можно я еще раз потрогаю? Да, давай. Ладно. Ну, как тебе? Тебе нравится? О, она красуется перед тобой. О! А что значит, когда она трясет головой? Это значит, что она очень счастлива, а ты можешь быть ее новым парнем. Надеюсь, она не хочет целоваться. Привет, ребята! Мы собираемся кормить пингвинов. У нас тут их любимая рыба. Это океанская отрина. Еще ее называют кижуч. У нее серебряная полоска на боку. А у меня для них анчоусы и сардины. Они едят их в дикой природе. Ну что, вы готовы поесть? Проголодались! Я тоже попробую покормить пингвинов. Ладно. Посмотрите на эту рыбу. Если бы я был пингвином, я бы съел такую. Ладно, держите. Вот, держи, пингвин. Еще рыбка. Эй, молодец. Этот, наверное, очень голодный. Так, держите еще. Так, эта рыбка намного меньше. Ну, держи. О, молодец! Хочешь еще? Ха-ха. Вот, держи еще. Ну ладно. Ха-ха. Извините, пингвины. Ну, давайте. О! Ха-ха. Держите. О, вы голодные? Да. Рыба – это здоровая еда для этих пингвинов. Ха-ха. Ладно. Как мы едим фрукты и овощи? Да, они любят рыбу. Ну, а ты, дружок, тебе не досталось. О, так много пингвинов хотят есть. Ха-ха. Вот так. Вот так, держи. Этот вот здесь очень голодный. Они уже съели так много рыбы. О, держите. Ладно, пингвины, приготовьтесь. Посмотрите, как пингвины плавают!
этот пингвин такой милый! Что ж, было очень здорово изучать пингвинов вместе с вами. Но мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, наберите мое имя в поисковике. Произнесете его со мной. Б-Л-И П-П-И Блиппи! Молодцы! Ну что ж, до новых встреч! Привет! Это я, Блиппи! Сегодня мы на игровой площадке Эми в городе Южная Пасадена. Идем! Мы будем изучать цвета! Ух ты! Да! Как же тут здорово! Ой-ой! Ого! Дальше нельзя, пока не снимешь обувь. Ха-ха-ха! Одна кроссовка, а вот и вторая. Эй! А какого цвета моя обувь? Здесь три цвета. Голубой, оранжевый и белый. У-ху! За мной! Ого! Как много здесь цветов! Ха-ха-ха! Мне нравится тут играть! Ого! Какая яркая игрушка! Машина! Эта машина желтого цвета и красного цвета. Ха-ха, поехали! Воу! Уху! Бип-бип! Забавно! У, а здесь что? Ой, как тут мягко! О! О! Эй, смотрите! У этого кубика так много цветов! Ха-ха! Мы будем долго их называть! Ха-ха! Давайте продолжим исследовать! Уу! О! Это замок! Давайте зайдем! Привет! Ха-ха-ха! Ой, смотрите! Этот мяч голубого цвета. Ой, тут еще один. Этот мяч зеленого цвета. Молодцы! Воу, привет! Прыг. Замок такой высокий! Ого! Эй, там, внизу! Привет! Ой, гляньте на лестницу! Ух ты! Видите цвета? Посмотрите на этот! Какой это цвет? Это розовый цвет! О! А вот эта ступенька того же цвета, что и перила! О, какой это цвет? Да! Это желтый цвет. О, а вот это? Ха-ха-ха, мы уже знаем этот цвет. Это и это. Да, этот цвет называется зеленый. Минуточку. Неужели я заснул? Ха-ха-ха, мне нравится этот мягкий диван. Знаете, какой это цвет? Какой он интересный! Этот цвет называется бирюзовым! О-о-о! Это голубой и зеленый цвета, смешанные вместе! У-ху! Сейчас не время спать! Пора немного покрутиться! У-ху! Воу! О-хо-хо-хоу! О-хо-хо-хо-хоу! Я обожаю крутиться! Это так забавно и разноцветно. Кажется, он спущен. Как же его надуть? О! А вот и насос! Ого! Это зеленый насос. Да, это зеленый и желтый. Включаем! Thank you.
Молодцы! У-ху! У-ху! Ха-ха-ха! Ух ты! Какой это цвет? Один из двух моих любимых. Рифмуется со словом «большой». Голубой! Ха-ха! Смотрите! Это цвет красный! Ха-ха! Отлично! Давайте прокатимся с горки! У-ху! О-хо-хо-хо! Поехали! У-ху! У-ху! Да! Привет! Эй! У-ху-ху! Черный шар для боулинга! Ха-ха-ха! Белые кегли! Привет! Там внизу! Да! Смотрите, я наверху лестницы! А теперь я спущусь вниз! Я стою внизу лестницы! А сейчас я поднимусь наверх лестницы! У-ху! Пока! Ух ты! Как тут ярко! Ого! Надо же! О, я обожаю ползать по туннелям! Ого! У, здорово! О, горка! Я в восторге! У, дополз! Вы готовы? 3, 2, 1! Вау! Привет! Ух! Катиться было так весело! Горка розового цвета! Ой! А это что? О, я люблю динозавров! Взгляните-ка на них! О, какие они милые! Привет! Привет! Здрасте! Как дела? Забавно! Какого цвета эти динозавры? Здесь два цвета. Фиолетовый и розовый. О, гляньте на это! Это же вертолет! И два моих любимых цвета! Ура! Какого цвета этот вертолет? Он двух цветов. Голубой и оранжевый. Положим его назад и пойдем дальше! Посмотрите на эту голубую машину! Ого! Какая тут машина! Она очень быстро ездит! Уху! Мне понравилось изучать цвета! Как же здорово было веселиться на игровой площадке Эми в Южной Пасадене, Калифорния! У-ху! Мне очень понравилось изучать с вами разные цвета. Ой, тут зеленое растение. Было очень весело. Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесете его со мной. Готовы? БЛИ ППИ Блиппи! Мы справились! Ну все, до встречи! Блиппи! Хо-хо! Эй! Привет всем! Сегодня мы отправимся в детский музей Глейзер в Тампе.
Нам будет очень весело. Идем! Уху! Посмотрите, сколько здесь интересного! Даже в воде! Вот! О, посмотрите-ка! Это грузовой кран! Когда жмешь на кнопку, кран переносит груз через залив, как настоящий! Пока, груз! Уу! Смотрите! Похоже, это вантовый мост через реку! Ой, здесь мячики! Кладем их в трубу! Ух ты! Ого! Мячики долетели! По мосту! Как машины! Уу! Сколько игрушек! Желтая игрушка! Синий мяч! Зеленый с желтым гидроплан! Уу! И рыбка! Люблю рыбу! Буль-бу! Рыба такая вкусная и полезная! Смотрите, водолаз! Нужно надеть маску и вставить трубку. А баллоны позволяют ему дышать под водой. Вот так. Как мне здесь весело! О, кстати, смотрите! Этот винт наполовину под водой, а наполовину над водой. Когда крутишь, он поднимает воду вверх. Ого! Когда вода поднимается, она течет по желобу и крутит колесо. Ух ты! Мне так здесь нравится! Уу! А что это у нас? Тут есть кнопка. А что будет, если нажать? Ого! Ха-ха! Это же ручной насос! Я им управляю! 3, 2, 1... Пш-ш! 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 Ну что, посмотрим, что здесь еще есть? Еще один вантовый мост! Смотрите, что тут? Это модель машины! Так, пора устроить гонки! На старт! 3, 2, 1! Да! У-ху! Вперед! Есть! Победа! Бежим! А что здесь? Это телескоп! Ого! Оу! Ого! Оу! А что у нас тут? Сюда! Это симулятор корабля! Брин-брин! Вперед! Назад! Уи-уи-уи! Как же здорово! Друзья, здесь песок! И оп! Тут тоже игрушки! Скорее! Пора загрузить! Давайте поближе! Хорошо! Куда же теперь ехать? Пип-пип-пип! Пип-пип-пип-пип-пип. Уи! Песок падает и крутит их. Ого! Какой же здесь приятный песок. О, похоже, в нем якорь. Вот. Раскопаем, похоже, здесь сокровища.
Ого! Этот якорь вешают на корабль. Потом его выбрасывают за борт. Он падает на самое дно океана и не дает кораблю сдвинуться со своего места. А потом я пошел в зал музыкальных инструментов. Посмотрите, мы стучим в барабаны! Теперь потише. Потом мы стучали осторожно. И громче. Громче. Во всю силу! И мы снова застучали громко! Ого! Мы в супермаркете! Идем, купим продуктов! Но сначала возьмем тележку. Вьюх! Оу! Поехали! Уи! Какие продукты нам надо купить? Возьмем хлопьев. Ладно. И на обед возьмем. Возьмем лазанью. Ням! Люблю лазанью. И. О! Пряное печенье! Мороженое на десерт. О, да! Надо купить овощей. Люблю овощи. Они полезные. Вот. А, перец. Возьмем зелененький. И помидор. Морковку. Кукурузу. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням. О! А что здесь? Банан. Бананы вкусные и полезные. Апельсин оранжевый. Оранжевый апельсин. О! Пи-пи-пи-пи-пи. И яблоко не помешает. И груша. Нём. О! И нельзя забывать о нарезанных помидорах. И... Так-так, что еще? Что же нам еще взять? Спагетти в банке? Да, спагетти в банке! И еще спагетти в банке! И еще спагетти! Итак, мы купили все продукты. Идем. Выпечка! Нельзя уйти без кусочка торта! Так, выбираем. Отрежем этот. Так. Ням! Выглядит аппетитно! Ням! Было вкусно! Идем! Вперед! Ой! Надо же заплатить! Что же мы купили? Та-дам! Посмотрим. Пик-пик-пик-пик-пик-пик! Пик-пик-пик-пик-пик-пик! Кажется, это все. Есть! Все, можно идти. За мной! Нин-нин-нин! Да! Мы купили все, что нужно. Пора приготовить поесть. Поставим это сюда. Идемте за мной. Да, супер! Это печь для пиццы. Так, а это начинки для пиццы. Все это начинки. Смотри, я сделаю вам пиццу. Так-так, для начала возьмем тесто. И что вы хотите? О, хотите перец? Идет. Вот вам зеленый перец. Есть. Вот еще один. Так, посмотрим. Хотите пепперони? Да, добавим пепперони. Положим 3 кусочка. Раз, 2, 3. Теперь посмотри. Думаю, нужны еще начинки. Вот грибы. Да,
Я люблю грибы. 2, 3. И черные оливки. Ням. Ну, вот так. Полюбуйтесь. Кажется, вкусный. Положу ее в печь. Вот так. Придется подождать. Все, готово. Так, нам сюда. Подадим ее гостям. Пожалуйста, приятного аппетита. А это что? Это... Да, здесь можно заказать сэндвичи. Хотите сэндвич? Да, я люблю сэндвичи. Берем тарелку и кладем кусочек хлеба. Так, и добавить сыра? Да, я люблю сыр. Ням. Кладем на хлеб и... Хотите салат? Ням. Салат вкусный и полезный. Так, и это колбаска. Выглядит вкусно. Кладем сюда. Видите? Что еще положить? Может, больше овощей? Да, вот помидор. Ням. Даже 2 кусочка. 1 и 2. Так, нам нужен еще кусок хлеба. Вот. Выглядит очень вкусно. Подадим его? Хорошо. Ваш заказ. Так, давайте. Возьмем чашки и можно есть. Вам желтенькое, вам синее. Подано! Ого! Пожарная часть! Пожарная часть 110. Смотрите, а это пожарные! Я буду пожарным! Привет! Эй! Привет! Эй! И еще один. Привет! Эй! Ну что, садимся в пожарную машину. Я возьму собаку, она всегда со мной. О! Так, садись, напарник. Вот так. И теперь... О! Она включила сирену. Надену каску. Супер! Мы приехали! Я присоединю гидрант. Чик! Рукав. Готово! Я на минутку зайду. Эй! Эй, там, внизу! Это пожарный шест! Готовы? Едем на пожар! В городе пожар! В машину! Вперед! Помчались! Оранжевый и синий мяч! Ого! Класс! Синий! Ого! Вы видели? Ха! А здесь что? Похоже на шестеренки. Они крутятся. Когда крутишь эту, нам надо раскрутить эту с их помощью. Так. Ой! Их нужно соединять. Ладно, соединю желтую с красной. Красную соединю с желтой. А теперь синюю с красной. Вот. А теперь синюю с синей. Синяя, синяя, красная, желтая, красная. Готовы? О!
Работает! Есть! А, вот что они делают! Вау! Эй! Глядите, что здесь! О-о-о! Это скалодром! Стена с камнями! Нужно хвататься за них и лазать! Нужно пройти всю стену, не ступив на пол! Ой! Оп! Мы справились! Класс! О! А это что? Тут животные! Черепаха! Черепашки медленные! Собака! Кролик! И попугай! Птицы быстрые! И что же надо делать? Нажму-ка я на кролика. О! Ха! Ей! Я прошел до конца и победил кролика. Ладно, теперь попугай, они быстрее. Готовы? Побежали! Ей! Мы победили! Привет! Я прикрепляю эти детали к стене. Смотрите! Это мое имя. Вы знаете его? Да. Блиппи. 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 Давайте прочитаем, что еще здесь написано. Вот это. Читаю. Мои вещи. А здесь мир. Пис. Счастье. Счастье. Друг! О, это про вас, друзья! О! Любовь! Любовь! И мой бро! Братишка! Ха-ха! В этом музее есть театр! И можно одеться пиратом! И изображать пирата. Защищайтесь, капитан! Смотрите! Ха, это моя сабля! Чух-чух-чух-чух! Что еще здесь есть? О, вот! Это доска с палочками. Они красные. На них можно давить. Ха, я кое-что придумал. Подождите. Как же интересно и весело! А теперь за мной! Идите сюда, на эту сторону! Надо же! Мое лицо, тело, руки! Выглядит, как будто я сдаюсь! Бежим! О! Классный конструктор! Это прямоугольники! А эти разноцветные. Так, зеленые и розовые. И красный. А что там? Ого, здесь темно. Заходите. Так. Так, оу. Ого, это лампа. А это световая стена. Смотрите. Вот. Ух ты, я нарисовал свое имя. Блиппи. Как же круто. Так. О, новые штуки. Да, это танцпол. Смотрите, здесь есть камера. Оу, оу. Так, нужно нажать кнопку,
что здесь поп, балет, латино, кантри, хип-хоп, вечеринка или случайный стиль. Нажму-ка я на вечеринку. Привет! Это я, Блиппи! Гляньте сюда! Это мой металлоискатель. Его используют для поиска металла под землей, который нельзя увидеть. Да, я пока ничего не нашел. О, вы слышали? Мы что-то нашли! Ух ты! Смотрите! Это ключ! Ого! Мы нашли очень большой ключ. Интересно, чей он? Ой, кажется, он из аттракциона «Поиски сокровищ Кида» в городе Южная Пасадена. А давайте туда съездим! Ха-ха-ха! Будет здорово! Мы приехали! Обожаю это место! Давайте зайдем и все увидим! Идем! Ух ты! Как же здесь круто! Ой, смотрите! Это увеличитель алмазов. Ого, какой огромный алмаз! Прибор испускает лучи света, и можно рассмотреть предметы поближе, как этот камень. Ух ты! Или эти золотые монеты. А еще ожерелья и браслеты. Я просто в восторге! Посмотрите! Это толстая книга о пиратских кораблях. Ну дела! А вы были на пиратском корабле? Я обожаю эти корабли! Ой, смотрите, там человек! Свистать всех наверх! Приветствую на поисках сокровища! А вы кто? Я Келли Кит! Келли Кит! Крутое имя! Пришло время вам отправиться на поиски сокровищ! О, поиски сокровищ! Я обожаю искать сокровища! А вы любите сокровища? Да! А это ваша первая подсказка. Первая подсказка! Тут написано «Тайные подсказки для Блиппи и команды». Команда – это вы! Давайте прочитаем. Слушай внимательно, и мы сокровища найдем. Первая тайная подсказка притаилась под золотым кораблем. Ух ты! Минуточку, я знаю, где это! Погоди, не надо спешить. Вы должны переодеться, Блиппи. Переодеться? Новая одежда! Ура! Желаю удачи! Хорошо, спасибо! Как же весело нам будет! Сначала нужно переодеться. Да, сначала надеваем пиратскую шляпу, потому что пираты обожают сокровища. А потом надо надеть пиратский камзол. Как я выгляжу? А завершит образ пиратская сабля. Ну все, нам пора. Давайте изучим местность. Ого! Привет! Ух ты! Здесь потрясающая атмосфера! Просто волшебная! Ну ладно, поднимайтесь! Ого! Посмотрите! Ух, какое тут все разноцветное! В подсказке говорилось о золотом цвете. Да, золотой корабль! Вы его видите? Да! Там, на стене! Молодцы! Идем! Ух ты! Похоже, мы нашли вторую подсказку! Рядом с золотым пиратским кораблем. Ха-ха! Молодцы! Как интересно! Давайте прочитаем. Так. Тут сказано... Мой розовый пернатый друг опять взялся за свое и разболтал мои секреты. Вы сможете его найти? Ха-ха, я знаю, о чем тут говорится. Розовый пернатый друг. Да, скорее всего, это птица розового цвета. Хорошо, все за мной!
Итак, нам надо найти розовую птицу. Видите такую? Где ты прячешься? А ну, выходи! Нет, я не нашел розовую птичку. Посмотрим, может она там? Я обожаю искать подсказки. Проверим здесь. Вот же она! Видите розовую птичку? Эй, птичка! Привет! Это я, Блиппи! Как ты поживаешь? Давайте притворимся птицами! Ку! 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 Хорошо, подсказка где-то здесь. О, вот же она, на клетке! Ничего себе! Золотая цепочка! Уху! И третья подсказка! Молодцы! Итак, прочитаем, что тут написано. Я нужен тебе под водой. Я помогаю дайверам плавать и защищаю их, когда они дышат. Ясно, надо найти что-то, что помогает нам дышать под водой. Что же это? Не знаю. Давайте возьмем нашу добычу и продолжим поиски. О, смотрите! Ух ты, этот стол такой классный! А тут зеркало. Гляньте. Привет, я вас вижу. А вы меня? Так забавно. Этот стол сделан из газет. О, а здесь какая-то деревяшка. Она не поможет дышать под водой. Но выглядит здорово. Интересно, для чего она? Ой, какие красивые светильники. Звонок. Слушайте. Вы слышали? Ну, хватит. Мы ищем подсказки, а не звонки. У, гляньте-ка! Привет! Ой, это лягушка! Посмотрите на него! Какой он важный! Давайте притворимся лягушками! Ква-ква! 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 Лягушка-квакушка, они могут находиться под водой очень долго. Но я не думаю, что они помогают людям дышать под водой. Ой, смотрите, это старинные часы. Какие большие. Ой, еще одна птичка. Привет, ворона. Или это ворон? Я не знаю, но птица симпатичная. Ка-ка! Как их тут много. Часы нам тоже не помогут. Часы показывают время, а не дышат под водой. Как ярко! О, ух ты! Бусины! Смотрите! Ух ты! Какие они большие! Возьмите 4 большие бусины. Давайте сделаем, как нас просят. Да, пока ищем подсказки, возьмем несколько бусин. Смотрите! Одна голубая бусина. О, так, так. О, еще одна голубая бусина. Теперь у меня есть 2 голубые бусины. Хорошо, посмотрим. О, как много здесь бусин, и все такие яркие. Например, как эта. Красная бусина. Положим к остальным. У нас было 2, взяли еще одну. Получилось 3 бусины. Нам нужна 4-я. Как насчет этой? 4-я бусина. И она красная. Теперь у нас 4 большие бусины. Да, 4 большие бусины. Давайте продолжим поиски. Ух ты! Ого! Еще бусины! Ой, они маленькие. А тут что написано? Возьмите 10 маленьких бусин. Хорошо. С
этим мы легко справимся. Выберем 10 бусинок. Готовы? Одна. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Последняя. 10. 10 маленьких бусин. Ух, сколько здесь цветов! Я обожаю бусинки! Они такие забавные! Вы тоже это видите? Не может быть! Это водолазный шлем! Да! Водолаз может дышать в таком шлеме, когда спускается под воду! Да! Это подсказка! Смотрите! Еще одна! Я так рад! Вот она, давайте прочитаем. 8 удивительных ног есть у осьминога. Если найдешь золотую, к сокровищу откроется дорога. Отлично! Я знаю, что делать! Мы должны найти золотого осьминога! Да, это совсем не сложно. Надо только продолжить поиски, и мы найдем золотого осьминога. Обожаю это место! Здесь так здорово! Ой, смотрите! Еще бусины и другие сокровища! Ух ты! Смотрите! О, внутри спрятался краб! Ого! Гляньте на него! Какой он маленький! А кто здесь? В камне сидит жук! О-о-о! Какой же он красивый! Потрясающе! Давайте продолжим поиски и найдем золотого осьминога! Ого! Где же он? Вы его видите? Вот и он! Это щупальца золотого осьминога! Ой, смотрите! Оно такое классное! Но где подсказка? Ура! Представляете? Это сундук сокровищ! Да! Мы его нашли! Мы нашли спрятанное сокровище! Да! Он заперт! Как же его открыть? Минуточку. Помните, как мы гуляли в парке и нашли ключ металлоискателем? Да, я взял его с собой. Да! Теперь мы можем открыть сундук с сокровищами. Поехали! Смотрите, это же сокровище! Мы его нашли! Поздравляю вас, Блиппи! Но это еще не все. Вашу добычу мы превратим в волшебное ожерелье. Волшебное ожерелье? Идите за мной! Я предвкушаю веселье! Идем! Садитесь, Блиппи. О, да! Помните это место? Я так рад! Сначала возьмите свое сокровище и положите на середину доски. Хорошо. Помните бусины, которые мы выбрали? Давайте положим волшебное сокровище на середину доски. Ха-ха-ха! Акулий зуб! Еще и золотой! Отлично! Вот так? Прекрасно! А теперь возьмите разноцветные бусины и положите по обе стороны дощечки. Хорошо. Возьмем две большие красные бусины. Затем
две большие голубые бусины, две маленькие голубые бусины, две маленькие зеленые бусины, две маленькие аквамариновые бусины, две желтые бусинки и две последние симпатичные розовые бусинки. Ха! Вот и все. Прекрасный выбор. А теперь осталось добавить цепочку из чистого золота. О, да, помните цепочку на клетке? Она золотая! Ух ты! Смотрите! Такая тяжелая! Сейчас я ее положу. Растяну сверху. Вот и все. Отлично! Готово? И как вам? Это замечательно. Вы готовы? О, еще как! Сейчас появится ожерелье. Приготовьтесь! О-хо-хо-хо! Вот это да! Ух ты! Ух ты! Это ожерелье! Еще и волшебное! Здорово! Блиппи, вы должны его надеть. Надеть? У него волшебная сила! Интересно, что оно сделает? Ну все, надеваю! Ой, сначала надо снять шляпу. Ну все, надеваю! О-о-о-о! Ой, куда это я делся? Блиппи! Блиппи! Я стал невидимым? О-о-о! Так и есть! О-о-о, это так здорово! И правда волшебно! Угадайте, где я? Снимите ожерелье, и мы вас найдем. Хорошо, снимаю. Вот и я! Привет! Как забавно! Потрясающее приключение! Я сделал волшебное ожерелье на аттракционе поиски сокровищ Кида в Южной Пасадене. Было очень приятно. Надеюсь, вам понравилось. Вы молодец, Блиппи. Да, вы тоже молодцы. У вас все получилось. Ну все, до скорых встреч! Еще увидимся. Пока-пока. Привет! Это я, Блиппи. И сегодня я на игровой площадке «Страна профессий» в Фениксе, штат Аризона. Ух ты! Мы с ним рисовали картинки. А вы почему все еще здесь? Эй, привет! Могут они поиграть с нами? Конечно, веселитесь. Идем! Будем рисовать. Вот это да! Смотрите, как тебя зовут? Лэнгстон. Это Лэнгстон. И чем ты занимаешься? Раскрашиваю R. Ты раскрашиваешь R? Ух ты, красивая, молодец. Смотрите, что я рисую. Что это? Дерево. Дерево, да. А это что такое? Давай посмотрим. Нарисуем ствол. Да, отлично. Хорошо. Дерево со стволом, а потом... Ой, минутку, а... Красный на голубом небе? Вы когда-нибудь ошибались? Моя ошибка превратилась в птицу. Да, теперь это птичка. А какая птица? Птица! Вот такая. Кар! Кар! Я стал птицей! Ой, смотрите! Какие классные игрушки! Смотрите, это шестеренки. Поворачиваете эту, крутится вот это. Когда крутится это, следом крутится это. И она крутит следующую. Ух ты, здорово! Что это? Это машина! Ого! А это что? Это каска пожарного! Ух ты, здорово! До этого мы рисовали и были художниками. Мне нравится быть художником. А еще мне нравится изображать из себя пожарного! Мне нравится быть пожарным, потому что он заливает огонь водой! Давайте вымоем руки.
Хорошо, посмотрим, кого еще мы можем изобразить. Хорошо, давайте положим каску на стол, где она и лежала. О, какие еще игрушки здесь есть? Ух ты! Как же их тут много! Ого! Ой, взгляните на стол! Надо же, какой он яркий! Да, вот это... синий цвет. Он учит застегивать пряжки. О, а это красный цвет. Он учит затягивать шнурок. Вот так, как на обуви. Смотрите. О, а вот это желтый цвет. Он учит застегивать пуговицы на рубашке. Вот как у меня. О, оранжевый шнурок. О, фиолетовый. Что-то новенькое. Кнопки! Да! Застегнем. Вот так. О! И зеленый! Этот научит застегивать молнию. Ох, выглядит здорово! Ого! Идите сюда! О! Как здесь много всего! Да! Буква английского алфавита! Ой! Ой-ой! Ха-ха-ха! Забавно! О, у меня есть идея! Давайте возьмем букву и найдем ее место. Что это за буква? Да, буква F. A, B, C, D, E, F. E, F. Да, F. Вот она. Молодцы! О, это так забавно. О, еще один стол с интересными предметами. Ого! Так, смотрите. Ух ты, это тело человека. Ого, вот это мои легкие. Через них кислород поступает в тело. Воу, воу. Положим легкие на стол. У, это сердце. О, оно качает кровь по организму. Если приложить ухо к чьей-нибудь груди, сердце стучит. Бум-бум, бум-бум, бум-бум. Ой. А знаете, как его услышать? С помощью стетоскопа. О! Послушаем биение вашего сердца. Ого! Я слышу ваше сердце! Ой, знаете, кто любит слушать сердцебиение? Да, медсестры. Медсестры и врачи. Мне нравится быть медсестрой. Это так интересно. Медсестры следят, чтобы их пациенты были здоровы. О! Хорошо, положу на место. Хорошо. Ого! Смотрите! Ух ты! Так, тренируются игроки в американский футбол. Ого! Футболисты – профессиональные спортсмены. Это еще одна профессия. Я кое-что придумал. Давайте я покажу, как быстро я пройду полосу препятствий в качестве профессионального футболиста. Готовы? Три, два... один! Да! Получилось! Было так весело изображать из себя профессионального футболиста! Ой, посмотрите на эту траву. Она такая мягкая, так и хочется покататься по ней. Вау! Что это? Ого! Это лошадь! А это красивая ковбойская шляпа! Я кое-что придумал! Давайте наденем шляпу, оседлаем лошадь и притворимся крутыми ковбоями на ферме! Хорошо? Воу!
шоу! Иго-го! Мне нравится быть фермером. Так приятно ехать на лошади, когда ветер шумит в ушах и колышет волосы. О, сегодня так солнечно. Воу! Ну хорошо, пока, Нелли. До встречи! Мне было так интересно побывать на ранчо. Воу! Эй! Здесь можно заказать еду. Интересно, как она здесь оказалась? Ой, да тут кафе! Откуда взялась эта еда? За моей спиной продуктовый магазин! Это еще одна профессия – продавец в магазине. Итак, убедимся, что все полки заполнены. Посмотрим. Так, здесь у нас есть лимоны и кукуруза. Отлично. А здесь что? У-у-у! Это клубника. Ням! И малина. И красный перец. Хо-хо-хоу! Очень вкусно, но очень остро. Хорошо. Что еще здесь есть? О, ого! Это рассыпчатый белый рис. Ням! Я обожаю рис. Ух ты! О, это фруктовый сухой завтрак. Да! Работать в продуктовом магазине очень интересно, потому что ты весь день находишься среди еды, а я сильно проголодался, честное слово. Я люблю поесть, но я люблю есть полезную еду. Хорошо. Я выдам чек. Воу! Отлично. Так, вот ваша сдача за еду. Держите. Так. Ну все. Смена закончилась. Можно возвращаться домой. Работать в продуктовом магазине было весело. Вау! Ух ты! Машина! Поехали! Теперь я стал автогонщиком! Вау! Было здорово! О! Кстати, автогонщик – это тоже одна из интереснейших профессий. Это любопытно. Ого! Как здорово! Вы знаете, чьи это инструменты? Да, кажется, нужно надеть каску. Ну что, вы знаете, кто я? Да! Я строитель, мастер на все руки. Или мастерица. Ух ты! Я постоянно использую отвертки. Ух, и дрели. О, осторожнее. Даже острые пилы. Да! Хорошо. О! Положим каску на стол. Я начинаю уставать. Пора перекусить. Ой, есть одна идея. Взгляните на этот дом. Тут есть кухня. Да, видите? Это кухня. А знаете, кто постоянно пользуется кухней и готовит еду? Да, повар! Ого! Я люблю быть поваром. Ух ты! Отлично! Включим плиту. Хорошо. Обжарим лук и грибы. Ням! Так интересно! У-у-у! Смотрите! Я жарю яйцо. Нямка! У-у-у! Ням-ням-ням! У-у-у! Оно готово! Отлично, положу на тарелку.
Прекрасно. Приятного аппетита! Поставим сковородку на плиту и сядем на диван. О, обед подошел к концу, и я ужасно устал. Мне было так интересно изучать... Ой, что случилось? О, это сирены! А, есть профессии, где люди должны постоянно быть наготове, то есть выйти на работу в любой момент. И эта профессия – полицейский. Хорошо. Мы должны следить за безопасностью граждан. Ого! Быть полицейским бывает страшно. Их нужно уважать. Они следят за нашей безопасностью. Ну, все, тишина. О, посмотрите на эту площадку. О-о-о! Это игровая площадка для малышей. Ух ты! Столько цветов! Тут есть яркая пирамида. Так, какие это цвета? Ой, она распалась! Это зеленый цвет. Это красный. Вот это желтый. Это оранжевый. А это голубой. И фиолетовый. О, эй, еще одна разноцветная вещь. Ого, теперь я музыкант. Музыканты создают красивую музыку. Прямо как я. Ух ты! Эта площадка такая классная! Ой, посмотрите на стену! Ого! Это планеты? Или это, может быть, звезды? Или это облака? Эй! Я знаю профессию, которая связана с небом. А вы? Да! Это летчики! Хорошо. Надеваю шлем летчика. Ха-ха! Не забудем надеть очки, чтобы в глаза не попали насекомые. Ха-ха-ха! Отлично! Полетели! Уу! Я лечу по небу! Летать на аэроплане – это так весело! Надо же! Мне было так весело изучать с вами разные профессии! Что ж, ой, особая благодарность стране профессии Фениксе, Аризона! Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесете его со мной. B-L-E-P-P-E. Блиппи! Мы справились! Что ж, детишки, мне было очень интересно изучать с вами профессии. Вы можете стать кем захотите. Кем вы хотите стать, когда вырастете? Да, конечно! Станете кем захотите! Но только если будете много трудиться и придерживаться цели. Ну все, удачи! Хочу я много знать и все вам рассказать. У-ху-ху-ху! Привет! Это я, Блиппи! Сегодня мы увидим роботов в западном Лос-Анджелесе. Ха-ха! Это потрясающая мастерская! Идем! Ух ты! Смотрите! Ого! Здесь повсюду стоят роботы, а я их просто обожаю! Ой, смотрите, какой маленький! Давайте его заведем и отпустим! Какой он забавный! Ух ты! Проверим, что еще тут есть. Ой, вы только посмотрите! Это тоже робот! Похож на щетку! А этот что умеет? Я не знаю, но он синий с серым. Этот похож на уборщика. На какое животное похож этот робот?
Да, на краба! А этот похож на насекомое. Ух, какой он классный! Гляньте на его ноги! А вот еще один робот. О, этот явно рисует. Потрясающе! Давайте посмотрим дальше. Ого! Представляете? Это все награды. Смотрите! Ух ты! Команда получила эту награду, потому что взяла роботов и выполнила поставленную задачу очень-очень быстро. Ого! Молодец, команда! О, а сзади еще больше крутых штуковин! Ух ты! Вы только посмотрите! На этой площадке много роботов и много классных предметов! Взгляните! О-хо-хо! Какие это цвета! О-хо-хо! Этот предмет голубого цвета, а этот предмет оранжевого цвета! Мои любимые цвета! Отлично! Пора поуправлять роботами! Готовы? Начинаем! Отлично! Продолжим исследовать! Ха-ха! Видите этих роботов? Они были спроектированы, собраны и запрограммированы детьми! Смотрите! О-хо-хо-хо-хо! Видите? Это Блиппи-бот! Привет, Блиппи-бот! На нем такая же кепка, как у меня. Но это еще не все. Блиппи-бот любит давать 5. Смотрите! Ой! И другая. Сюда. Да! Теперь 2 руки. Да! У-ху! Да! Ого! А ты кто? Меня зовут Сэмми. У, Сэмми, приятно познакомиться. Я Блиппи, а что ты делаешь? Я пишу программу для робота. О, программа? Что это такое? Программа — это инструкция для робота о том, что он должен делать. О, звучит круто! А ты покажешь мне робота, которого запрограммировал? О, конечно! Вот этого робота я построил и запрограммировал вместе со своей командой. Ух ты, этот робот выглядит потрясающе! А ты уже дал имя этому роботу? Нет, у него нет имени. Даже не знаю почему. О, а давайте мы придумаем ему имя после того, как увидим его в работе. Ты покажешь, что он умеет? Конечно. О! Этот робот составляет кубики. Вы это видели? Ха-ха, как здорово! Думаю, мы назовем тебя... Кубик! Да, Кубик! Робот-кубик! Ха-ха, как здорово! Эти кубики такие яркие! Спасибо, Сэмми, что показал кубика! Ха-ха, пойдемте дальше посмотрим! Еще увидимся, Сэмми! Пока! Пока! Идите сюда! Видите этих роботов? Я их заметил, обрадовался и решил рассмотреть поближе. Вот это да! Так здорово, что роботы умеют делать много разных вещей, вот как этот. Видите? Что это такое? Да, это часы. Да. Представьте, что вы сидите на кухне и не знаете, который час. Вы берете и программируете робота, чтобы он подъезжал к вам и показывал время! Ха-ха-ха, забавно! О, какой робот! Смотрите! О! Ого! Ха-ха, у этого робота есть захват! Привет! Ха-ха-ха! Ого! Захват разжимается, на чем-то сжимается и поднимает это! Красота! Ой, а что внизу? Ух ты! Что это? Я не знаю. Ха, а это что?
Я не знаю. Я пошутил. Это пустые кубы. Этот голубого цвета, а вот это красный куб. Ребята, которые программируют роботов, заставляют их поднимать эти штуки, передвигать и выполнять всякие другие задания. Взять, к примеру, это. Роботов могут научить надевать эти штуки на глаза, как очки. Привет! Ха-ха-ха! Привет! Поставить друг на друга или даже заставить бросить эти штуки в воздух. У-ху! Как забавно! О, на столе лежит какой-то набор. Видите? Мне сказали, что там лежат детали для робота. Да, скоро мы с вами соединим эти детали и построим робота. Будет так весело! Побежали! Как же мне нравится в мастерской роботов! Ха-ха! Поскорей бы открыть ящик! Ух ты! Смотрите! Это халат робототехника! Круто! Как я выгляжу? Да! Команда робототехников! У-ху! Отлично! Фу. Приступим! Пора построить робота! Ух ты! Это несущий профиль. Ого! И большие шестеренки. А здесь мотор, прикрепленный к шестеренкам. Посмотрите. О, а это захват. Иу, иу, иу. О, тут даже есть гайки и болты. Ух ты! Хорошо, но я не знаю, с чего начать. Выглядит мудрено. Ого, посмотрите на этого робота! Ух ты! А вот еще один! Помните начало видео? Он похож на насекомое! Привет! Ну хорошо, посмотрим, как он работает. Поворачиваем ножки, вертим по кругу. Ну все, я его завел. Готовы? Ух ты, мы его завели! И когда отпустили, ха, он пошел как насекомое, да! Минуточку! А что умеет этот робот? Помните, вначале мы предположили, что он рисует? Видите цвета фломастеров? Какие это цвета? Желтый, синий и красный! Да! Сначала снимем колпачки. Готово. А теперь поставим на листок бумаги и включим робота. Ух ты, он вращается! Ого! Потрясающе! Привет! О! Какая чудесная картина! Точно! Смотрите! Стойте. А я принесла тебе робота. Правда? Что вы принесли? Робота? Робота, который умеет бороться. Ого! Но его надо собрать. Правда? Если я его соберу, наши роботы смогут бороться? Да. Хорошо. Я принесла отвертку. О, отвертка! А еще батарейку. О, батарейка! Это источник питания для робота. Хорошо. Держи. Спасибо. Удачи. Да, спасибо. О, приступим. Вы слышали? Если я его соберу, наши роботы смогут бороться. Тут есть мотор, еще шестеренка, а это похоже на ноги. Помните робота из начала видео, похожего на животного? Да, это был робот, похожий на краба. Да, вот его-то мы и соберем. Начали!
получилось! Молодцы! Смотрите! Это робот Блиппи! А точнее, робот-краб Блиппи! Ю-ху! Молодцы! Поздравляю, Блиппи! Привет, Би! Ты его закончил! Да, было так интересно! Потрясающе! Пришло время для битвы! Ты готов? Битвы? Да, я готов! Начинаем! Отлично! Передвинем платформу в центр. Хорошо. Это наша арена. Хорошо, у и что надо делать? У меня есть робот. Надо включить его здесь. Тут понял. Есть кнопка. Нажимаем кнопку. Смотри. Хорошо. Роботы ожили. Поставим их с краю платформы. Кто удержится на платформе, победит. Готовы? Внимание. 3, 2, 1. Вперед! Вы победили! Поздравляю! Давай еще разок. Хорошо. Итак, готовимся. Ой, мой потерял ручку. Поехали! Ну, мой все равно продолжит бороться. У моего тоже нет. Не страшно. Обойдемся без нее. Может быть, в этот раз я выиграю. Ну что, готовы? 3, 2, 1. Вперед! Твой робот так быстро падает. Хорошо. Попробуем еще раз. Ну что, готовы? 3, 2, 1. Ура! Ты победил! Молодец! Как же это весело! Хорошо, продолжим осматривать мастерскую роботов. Ух ты! Привет! Привет! Помните нашего друга Сэмми? Он сейчас тренируется. Он устроил дуэль роботов. Давайте мы примем его вызов и устроим дуэль! Идем! Ого! Привет, Сэмми! Привет, Блиппи! Скажи, что мы будем делать? Мы постараемся сбить все эти башни как можно быстрее. Хорошо, я понял. Возьму пульт управления. Ты готов? Да. Хорошо. 3, 2, 1. Вперед! Да! Молодец! Это так весело! Спасибо, что пригласил в мастерскую роботов! Отлично! Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесите его со мной. Блиппи. Блиппи! Мы справились! Что ж, до встречи! Пока-пока! У-ху! Привет! Посмотрите, куда я пришел! Я в магазине игрушек! Ух ты! Тут столько игрушек! Давайте посмотрим разные игрушки и узнаем, каких они цветов! Например, вот это! Ух ты! Посмотрите на эти цветные шарики! Тут есть синие, зеленые, красные, желтые и фиолетовые! Ух ты! Ого! Обожаю этот магазин игрушек! Тут головоломки! О! А еще мой любимый игрушечный трактор! И он зеленого цвета! Ого! И еще один трактор! Но этот трактор черный! Ого! Ого! Еще больше игрушек! Есть даже бульдозер! И он желтого цвета! Смотрите! А тут огромный песчаный бульдозер! О! Это положим обратно и возьмем его! Ого! У этого бульдозера есть цвета зеленый и синий! О! А еще оранжевые колеса! Этого я не заметил! Ладно, что еще тут у нас есть?
О, это внедорожник! Ух ты! И этот внедорожник желтого цвета! Ладно, давайте положим внедорожник на место и посмотрим другие игрушки. О, посмотрите на это! Эта машинка голубого цвета. О, а вот тут разные животные. Вот это корова. Она черно-белая. А еще... чудная серая лошадь. Ладно. Так. О! Смотрите! Милый белый песик! Иди на место! Место! И давайте пройдем чуть дальше вдоль прилавка с игрушками. Ого-го! Просто огромнейший монстр-трак! Ого! Куда он пропал? А вот же он! На этом монстр-траке есть цвета зеленый, фиолетовый, черный и немножко красного сверху. Ох, хорошо, что еще тут есть. Еще один монстр-трак! Этот монстр-трак красного цвета. Ух ты! Хорошо. Я думаю, мы посмотрели уже достаточно игрушек. Нет, минуточку. Мы не можем с вами пропустить вот эту ярко-оранжевую игрушку. Оранжевый. Ладно. Ну а теперь мы точно можем закончить изучать цвета в магазине игру. Минуточку! Надо посмотреть, что у нас тут, в этой стороне. О, последняя игрушка! Самосвал! Да! И он желтого цвета! Ух ты! И еще бульдозер! И он тоже желтого цвета! Хорошо! Тут у нас строительная техника, и вся она желтая! Ну, еще увидимся! Пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи! Эта игрушка розовая. А тут еще игрушки. Вот это тоже розовая. О, а это? Это розового цвета. О, да, это тоже. Тоже розового цвета. Взгляните на этот набор. Весь набор розового цвета. Мягкие игрушки. И тоже розового цвета. Нет, это я, Блиппи. Сегодня мы узнаем все о спортивных машинах. Сейчас мы посмотрим на детали интерьера голубой спортивной машины. Но сначала мы вспомним о безопасности. Мы должны застегнуть ремень безопасности. Ух ты! Как и в обычной машине, в спортивной машине тоже нужно пристегиваться. Отлично! Нужно закрыть дверь. Ого, какая интересная дверь! Посмотрите на эту машину! Интерьер этой машины черного цвета! За что это я ухватился? О, это рулевое колесо! А можете вспомнить другие машины с рулевым колесом? Да! У трактора есть рулевое колесо!
У внедорожника тоже есть рулевое колесо. О! Даже у карта есть рулевое колесо. И у экскаватора есть. И даже у корабля есть рулевое колесо. Смешно. У, смотрите. Это система навигации. Так вы будете знать, куда ехать, управляя спортивной машиной. У-у-у! Видите? Это подрулевые лепестки. Они переключают передачи. Воу! Отлично! Теперь посмотрим на внешние детали голубой спортивной машины. Идем! Смотрите! Ух ты! Большое колесо и шина! Они огромные! Взгляните! Вот такого размера! Ничего себе! Видите голубой тормоз? Я слышал, что эти машины такие быстрые, бью! Что им просто необходим большой тормоз, чтобы остановиться. Смотрите! Ого! Какой красивый голубой оттенок! Смотрите! О, мне нравится голубой цвет, как моя рубашка, мой берет и мои кроссовки. У-ху-ху! О, взгляните сюда! О, эта машина такая мощная благодаря двигателю. Я подниму капот. Хо-хо-хо! Смотрите! Дверь открылась вертикально! Это так необычно! Ладно, я открою капот. Отлично! Посмотрим на двигатель. Что? О! Минуточку! Тут ничего нет! Хо-хо-хо! Забавно! О, я знаю! Двигатель в спортивных машинах находится сзади. Ну все, открываю! О, какой огромный двигатель! В нем 12 цилиндров! 12 цилиндров! Он очень мощный. Ну ладно, идем дальше. О, смотрите. Ого, это выхлопная труба. Одна большая выхлопная труба. Отсюда выхлоп от двигателя выходит наружу. О, видите вот это? Через это отверстие заливают бензин в бензобак. О, а вот сюда засасывается воздух, который охлаждает машину. Это так здорово! О, смотрите! Это детское кресло! Так забавно! О, а вот еще одна деталь. О, это фары! Ой, я вижу здесь два фонаря. Один и второй. Гоночные машины входят в поворот. Гонка нос в нос. Минуточку. Да! Блиппи вырывается вперед! Есть у меня двухместный лучший автомобиль. Ехать быстро так, мой особенный стиль. На спортивной я машине с ветром лечу. На спортивной я машине ехать хочу. Цветов так много бывает, привлек красный интерес. Вот Honda NS.
SpaceX. Снова ветер в лицо, и он мне передаст привет. Мой маленький корвет на спортивной я машине. С ветром лечу на спортивной я машине. Ехать хочу на спортивной я машине. С ветром лечу на спортивной я машине. Ехать хочу. Как гудит твой двигатель, вжух, вжух, как гудит твой двигатель. Блиппи удерживает первую позицию. За ним по пятам несется желтая Ламборгини и красная Феррари. О, да. На спортивной я машине с ветром лечу. На спортивной я машине ехать хочу. На спортивной я машине с ветром лечу. На спортивной я машине ехать хочу. Жух, жух. Ух ты! Мне было так интересно изучать с вами спортивные машины. Я хочу особо поприветствовать Свена. Свен, большое тебе спасибо, что позволил снять это видео. Он такой крутой! Помаши ручкой. Раз мы сейчас на пляже, я пойду купаться, хорошо? Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! Посмотрите, где я! В супермаркете! Ух ты, а это что у нас? Это вкусное яблоко! Интересно, как оно сюда попало? Яблоки! Каждое яблоко попадает в магазин из яблоневого сада. Сначала нужно выбрать идеальный фрукт. Такой же, как этот. Он кажется очень вкусным. Затем выбранный фрукт попадает в ящик к другим яблокам. Давайте поищем яблоки вместе. Вы видите где-нибудь яблоко? А, я вижу. Посмотрите. Ням. Все начинается с того, что работники вручную собирают все яблоки, а потом складывают их в ящики. А когда ящик полон, трактор забирает его и увозит. После того, как яблоки с поля попали в ящики и ящики заполнились, их надо переместить прямо к грузовикам. Ух ты! Четыре огромных ящика, полные яблок. И один красный трактор. И вот наши яблоки у грузовой фуры. Теперь надо поставить все ящики в прицеп фуры вилочным погрузчиком. Все ящики уже погружены на фуру.
Мы можем ехать! Мы едем на фабрику. Мы прибыли на фабрику. И теперь погрузчик должен снять все наши ящики с фуры. Вот так! А сейчас пора помыть и упаковать все наши яблоки. Смотрите, зеленые яблоки! Все яблоки надо высыпать из ящиков, чтобы промыть и упаковать. Пока ящики опустошают, у яблок начинается плавучее путешествие. Смотрите, ящики уже пустые. Ого, как много плывущих яблок! А потом их достают из воды и чешут им бока, чтобы они были чистые и красивые. Смотрите, сколько щеток! Уи! Похоже, этим яблокам очень весело. Затем все яблоки опрыскивают водой, и они становятся чистыми. Затем они проходят через огромные вентиляторы. Теперь, когда яблоки высушены, их сортируют. Их разделяют на аппетитные и не очень аппетитные. Вот и они, не очень аппетитные яблоки. Они поднимаются на яблочных эскалаторах, а потом спускаются на специальные яблочные конвейеры по дороге во вкусный яблочный пирог. Но это еще не все. На каждое аппетитное яблоко наклеивают стикер. Это аппарат для маркировки. Каждое яблоко получает свою наклейку. И их укладывают в яблочные кроватки. Затем эти кроватки с яблоками кладут в картонные коробки. А какие-то попадают пластиковые пакеты. Похоже, некоторые коробки надо закрыть. Когда все яблоки отмыты и упакованы, они хранятся в огромном холодильнике и ждут грузовиков. Бррр. Мы с вами внутри огромного холодильника! Здесь очень холодно. Здесь хранятся все яблоки. Ух ты! Смотрите, как их много! Это очень высокий склад.
подъезжает к зданию, чтобы ее загрузили свежими яблоками. Уже почти готовы попасть к вам. Сейчас мы загружаем их в эту большую фуру. Давайте, погрузчики, еще немного яблок. Теперь, когда фура заполнена яблоками, она отвезет их в магазин. Было так интересно смотреть с вами, как яблоки попадают прямо в магазин. И помните, одно яблоко в день, и вы будете здоровы.